место, которое было для меня ключом всего, было место из пятой главы Матфея, стих 39. Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу. Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину. Истина восстала предо мной. Все мое значение. Противьтесь злу. Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде. Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова, а я говорю: не противься злу. Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения. Верить и молиться. Но я чувствовал, что я мало верю и потому не могу молиться. Мне говорили, что надо молиться, чтобы Бог дал веру. Ту веру, которая дает ту молитву, которая дает ту веру, которая дает ту молитву и так далее до бесконечности.